чё, где эта хуйня? Не, вот тут, вот он. А, девка мелкая, блядь. Дианочка, или как он, девочка? Девочка. Девочка. Кстати, такой меч можно получить каким-то образом, как у чувака. Ну, у паренька. Никуда не дамажится, но забавный. What troll? There's a giant troll down in the parking lot. He makes lots of very scary noises, so it's hard to sleep. Тролли. Well, that's no good. Девочка тролль там какая-то. А, блядь, какая девочка. We can't have trolls in the parking lot, can we? No, sir. Не, она сказала, там страшный тролль на стоянке. Про девочку она не говорила. А, во, меч ангела, это как раз и можно будет получить эту. Так вот, как можно будет меч вот такой пластмассовый. Чао, застреляем просто с винтовки и все. За 3 секунды. Бейте тролля. Тролло. Бейте тролля тебя, блядь. Убейте тролло. Траль. Я уже собрался уходить, что-то, но кто-то из десятишек сказал. Сказал мне идти нахуй. А вот, вот этот. Паркур. Привет, мужик! Ух тебе! Битва с троллем. А, блять, я упал. Ой, да даже не такой. Ой, блять! Откуда зомби взялся? Тут зомби почему-то набежали. Резко. Ой, ты до меня заебался. Да, это было сложно. Либо тебя пидорасит. Так я, у меня этот нож с током. Да, я понял. У меня такой же был. О, еще что? Еще один. Пацаны наебались, да? И сколько строит? Да. Я в него кину гранату. Ебать. А он тебя машину. Ох ты, блядь, а в меня побежит. Ох! И словил. А он на всё может заразиться? Вроде он какой-то стал другого цвета. Блять! Я вижу, что вот, вот этот баг. А, ебать, меня. Он меня всадил. Все, он отдохнул. Кабрюка въебал. Scratch one troll. Давайте еще 10. Блять, она взрывается. Вот так. О, слушай, еще что-то в мастерской. Ну, пойдем к Роперту. И надо вроде ему сдавать. Не надо? Да, надо ему сдавать. Да, вот написано. Кто в меня? Куда, в садик обратно? Не, да. Не в садик разве? Да, написано, вот, вернитесь к Роперту. Там не написано, конечно, там что-то дадут или типа там. Ну, под троллем на в задании тролль написан. Ну, понятно, да, там же этот рецепт должен быть. Угу. Который нахуй не нужен, на самом деле. Нахуй не нужен, очень интересный. Но забавный. Можете Б нажать. Блин, я Б зажал и думаю, еще ж не топается-то. Не английскую. Подставлю. Да не, они просто находятся рядом, я просто промазал банально. Банально. Страх. Опять он переместился куда-то, блядь. Он где-то наверху. Нет. Это на улице, в другое место надо было бежать, пацаны. Блядь. Да, тут нет ничего. Ну, а куда вы это самое? Идите. А, он вот тут выше. Не надо ничего сдавать, оказывается. Не, надо, потому что вы не туда побежали. А он что, ушел типа? Ну походу, я говорю, я что-то другое место побежал, вы это хуяк, думаю, быстро добежали. Я спросил же, типа, мне рассказать. Да, что-то далеко теперь. Вот, смотрите, видите, где он? Поблизу нет никаких квестов. Кстати, вот здесь вот груз можно забрать. Пойдем на груз, не? Или ты на это пойду, на руку. Я на Руперта лечу. Лечу. Да, я должен. Уже далековато даже до. Я почти уебашку. Ха, я за тебя.
Всемогущая кошка, да, делает свое дело. Бля, я пробежал опять, сука. Так, а где тут? Вниз куда-то? Внизу. Тут не все так просто, кстати. Бля, а где внизу? Вот, вот я тебе про что. Сюда что ли? Вот это дверь? Нет. Ебать, так уж кашлембовая жесть. Ой, нашел, я нашел, нашел дверь. А я нет. Вот он, иди сюда где-то. Да я понял. Как... Нет, это не та дверь. И это не так, блядь. Обойдите сзади, вон Кирюха тут около меня. А, сука, я вокруг нее кругами наебашил. Я лупаю, шурик, мне некогда. Никогда. Открыто, блядь, это... А, это типа мастерскую. Да, типа он говорит, это моя мастерскую, что-то такое. Волшебная. On the house. Бери все себе. Will do very nicely. Thanks. Thank you. Уж думай, блин, ничего не останется. За счет зрения. О, чертеж меч ангела. И что тут брать? Говорит, бери что хочешь, а тут брать нечего. Он наебал. Я вот тут сундука. Ага. Ну я могу его скрафтить, кстати. О, ебать тут. Давай. Еще один третий подсобки. У меня есть меч ангела. Ебать, желтый ствол. О, вот это я возьму. У него дэмэджа. Разобрать. 1380. Бьет электричеством и огнем. О, пистолет мне дали, нихуя автомат, блядь. А мне желтый автомат дали. Полицейский винтов. И синий. Так, а тут чё? Американский пистолет с хуёвым дэмэджем, блядь. Автомат с хуёвым дэмэджем. Ой, пистолет какой-то тоже. Там еще в подсобке. Да. Полицейская винтовка 184. Нет, желтая. Просто, блядь, три винтовки. Еще бы там домах найти был. Ага, блядь. Мужик, ну что ты подъебал нас так? Мы тут бегали, жопу рвали, а ты подъебал. О, смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? О, нихуя себе грабли. Это вот это сделал, что ли? Ну да, я говорил, что грабли сделал. Не, я имею в виду, то, что по квесту дали или это? А, не, по квесту вот сейчас покажу. Но он внешне никак не изменился. У меня просто два этих появилось. А-а-а. Две статуи, то есть это огнем электричеством хуяли. Понял. Так, ну прошли наконец-то этого деда. Ладно, я хочу с граблю побегать.